В клинике K-MediWell есть программа Platinum. По ней вы можете узнать все о своем здоровье, без очередей и со всеми удобствами. Давайте пройдем путь пациента по этой программе и узнаем все о своем здоровье. Первым делом вы заранее записываетесь на прием, как следствие вам не нужно ждать очереди. Отмечу, что в день может обслуживаться только один клиент со статусом Platinum. Исключением являются семейные походы. Затем вам выдают вот такой браслетик, к нему мы еще вернемся, ну а после вы заполняете анкету. Если у вас программа Platinum, то для вас выделяется специальная VIP-комната, она чем-то похожа на номер в гостинице. Тут вы сможете переодеться, у вас возьмут анализы крови, ну и в дальнейшем, если вы там, скажем, устали, вы можете сюда прийти и отдохнуть. Ну а для пациентов, которые не идут по программе Platinum, тоже есть отдельная раздевалка, разделенная на мужскую и женскую, где есть все необходимые удобства. Для начала вы сдаете анализ крови и далее начинается полный осмотр от замера роста и веса и стоматолога до костной денситометрии и стресс-теста. Полный список всех процедур у вас на экране. Браслет, про который я рассказывал ранее, нужен для того, чтобы когда вы подходите к специалисту, вы можете преподнести его планшету, на экранчике отобразится ваше имя и фамилия, а у врача на компьютере будет вся необходимая информация о вас. Настройкой и калибровкой оборудования занимаются на регулярной основе как местные, так и корейские инженеры. Процесс осуществляется как удаленно, так и с непосредственным участием местных и зарубежных специалистов. Томография – вещь очень серьезная, у людей иногда возникают какие-то вопросы, опасения, но это крайне современный аппарат. Евгений, расскажите про него поподробнее, пожалуйста. Аппарат производства General Electric, модель Revolution EVO, 128 срезов. Его сильные стороны заключаются в том, что аппарат более безопасный в плане облучения, то есть у него есть адаптивный режим, который сам выбирает дозировку по весу. Чем это может быть, ну, полезно, наверное? Полезно тем, что, как сказать, в течение года, когда вы проходите общий чекап, то вы, соответственно, получаете более меньшую, как бы, дозировку облучения. А что такое 128 срезов? Что это дает? 128 срезов, то есть это количество срезов, непосредственно выдаваемое детекторами для более четкой детализации изображения. То есть более информативности и более меньший шаг миллиметровки именно, когда мы делаем исследование. При этом меньше радиации. Отметим, что снимки томографии, маммографии и рентгена также отправляются в Корею. И параллельно анализ идет и в самой клинике. По итогу их результаты сравниваются. Аппарат для измерения эластичности сосудов тут тоже технологичный. С помощью него не нужно вводить в организм через иголки различные контрасты. Все делается наружным путем. Поэтому, если вы боитесь различных уколов, то вам такой метод подойдет. В клинике есть возможность и проводить различные процедуры под седацией. Это медикаментозный сон, который в разы легче наркоза. Присутствует и отдельная комната, где пациенты могут восстановиться после процедур. В клинике также есть отделение эндоскопии, где установлено самое современное оборудование. Но все-таки расскажите немного о нем поподробнее. Это эндоскопическая стойка, он последней модели, Olympus, японский аппарат. Здесь есть и гастроскоп аппарат, и колоноскоп тоже есть с современными функциями. Также в нашей клинике есть преимущество, есть NBI режим, это узкоспектральный режим, который определяет раннее появление онкологических заболеваний в желудочно-кишечном тракте. В K-MediWell действуют две программы проверки здоровья – частная и корпоративная. Частный клиент может выбрать один из четырех тарифов обследования – базовый, Silver, Gold и Platinum. Максимальная длительность обследования составляет 5 часов. Для корпоративных клиентов клиника предлагает тарифы группа 1 и группа 2. Максимальная длительность обследования составляет 1 час. В K-MediWell установлен и корейский денситометр. Его особенность в том, что таких всего несколько по республике, и он может диагностировать остеопороз и определить уровень кальция в ваших костях. Интерьер клиники создан в соответствии с корейскими стандартами для принятия процедур в приятной и комфортной обстановке. К примеру, двери, различные картинки и прочие элементы интерьера были заказаны прямиком из Кореи. Результаты выдаются в виде книжки. Там описаны все обследования и для чего они нужны. В конце следует общее заключение, где врач расшифровывает результаты и дает рекомендации. Помимо книжки, выдается ее электронная копия. Как результаты будут готовы, клиника зовет к себе пациента на консультацию с врачом, и он объясняет пациенту устно, что означают те или иные показатели. Подобная практика есть во всех пакетах. Ну а если вы заинтересованы в услугах K-MediWell, то вся необходимая информация у вас на экране. Плюс мы продублируем информацию в описании. Но у меня на этом все. С вами была творческая команда Репост. До скорых встреч.
Thank you.